Заключенные венесуэльской тюрьмы Родео-3 захватили в заложники начальника колонии и 5 охранников. Массовый бунт устроили из-за отмены посещений, плохого питания и жестокого обращения, говорят родственники осужденных. Сейчас все подходы к территории тюрьмы закрыты. По его периметру дежурит подразделение Национальной гвардии. Протестующие согласны вести переговоры, но только с министром по делам исправительных учреждений. По некоторым данным, в бунте участвуют свыше 500 человек.